Шар Гейм. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Шар Гейм. В данном видео расскажу про то, как вам быстро выбить коллекционные карточки Steam в 2024 году. Не так давно появилось расширение Steam Level Up для браузеров, которое позволяет автоматически крафтить карточки. Чтобы установить расширение, перейдите в магазин Chrome Web Store. Ссылка будет под видео. Или же найдите через поиск расширений в своем браузере. Ищем, устанавливаем, открываем и нажимаем «Выбивать карточки». Далее мы видим надпись «Пользователь не зарегистрирован». Нажимаем кнопку «Регистрация». Регистрируемся на сайте и обновляем страницу. Мы видим вот такое окно с информацией, сколько у нас игр и сколько карт мы можем выбить. Жмем «Начать выбивать». Выбивание займет какое-то время. Вы сможете наблюдать за процессом и прервать его. Это абсолютно легально, бесплатно и безопасно. Через определенное время можете радоваться результатам. А на этом все. Если вам данное видео показалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.